Пожалуй, самый крупный улов Евгения Додолева за последнее время. Лучшая девушка Советского Союза Света Немоляева. Конечно, вам скажу, что да. Вы же не можете ожидать от меня другого ответа. Какой он был человек? С ним легко было работать? Тебя все время орут, и из тебя просто готовы отбивную сделать. 7 проб, по-моему. 8 проб было. Когда у тебя на одной площадке Бурков и Невин, и Мягков, и Ахеджакова. Золотая рыбка Светлана Немоляева. Он меня обозвал Чаплином в юбке. Смотрите в пятницу в 17:40 на телеканале «Москва. Доверие».